Остановись там, чтобы жопа твоя с мотоцикла не свалилась, и тормозим! Слезай! Слезай! Давай, слезай, слезай, слезай! Ты же тоже видел то, что за нами там бандиты ехали? Короче, держи! Держи, у меня тут пару кусочков еще осталось. 24 и детонатор. Используй только в самом необходимом и крайнем случае. Понял, мелкий? Чё тебе это дерево, какое тебе плохое зло сделало? Ты чё его взорвал? Я же сказал в самом необходимом случае, дуремота-то! А, я тебе больше оружия в этой жизни никогда не дам. Так, здесь у нас находится, здесь три повторителя и здесь три повторителя. Нам с тобой, мелкий, надо починить эту шайтан-машину. Один повторитель сюда, другой повторитель вроде вот сюда, чтобы сигнал опять пошел и все заработало. И один редстоун факел у нас находится вот здесь. Ага, здесь все работает. Короче, мелкий, я пойду чинить вот этот генератор, который находится там возле этого дома. А ты следи за дорогой, чтобы сюда не пришли вот еще эти бандюганы. Все понял? Рогатку из трусов достань и целься туда! Я бы тебе, конечно, дал хоть какой-то пистолет, но учитывая, как ты вот это управляешься с оружием, я тебе ничего в этой жизни давать больше не буду. На ножницы! Доставай машину и на нейтральной передаче вот перевези ее вот туда, чтобы как только я вернулся, вот так вот, чтобы как только я вернулся, мы сразу же отсюда вас валили, потому что бандиты уже на подходе. А вот и генератор. Здесь сигнала еще нет. Вот так. И вот здесь он заканчивается. Если эта фиговина из будущего не заработает, мы с мелким застрянем здесь навсегда. И раз, два, три! Работает, мелкий! Расчехляй это ремни безопасности в машине! Я уже на подходе! Я все починил и вроде все заработало, если я не ошибаюсь. Чё ты с рогаткой на троих бандитов? На, по башке! И еще один. Стой на месте, не шевелись, между глаз. Па! И последнего вали ты его уже, мелкий, хотя бы по башке, на. Так, все работает, все починил, все, молодец. На, держи вот эти три канистры бензина, заправляй вот сразу же в эту махину и заводи двигатель прямо сейчас. А я буду продолжать отбиваться от этих всех бандюганов. Давайте, давайте, на меня, вот сюда, минус один. И минус еще один, ты там долго или недолго, заводи эту тарантайку уже, давай быстро. И педаль в пол! Да! Наконец-то заработала, и у меня мелкие патроны кончились. Ставь 22 сентября 2020 года. Не 1020, а 2020, чтобы мы с тобой сейчас ни в будущее, ни в прошлое не отправились, понимаешь? Вылезай с этой тарантайки, давай на пассажирское сиденье и... Ты готов, мелкий? Назад в будущее! И... Поехали! Держись! Я опять ничего не вижу! Мелкий! Господи! Куда-то что, врежемся куда-то! Так, аккуратно, аккуратно, главное, чтобы машина не сгорела, аккуратно где-то вот здесь вот, парковочка. Ай! Туши, 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 туши! Сейчас подожжем лес какой-то, сейчас подожжем к чертовой бабушке все. И если машина сейчас горит, мелкий, мы с тобой застрянем. 22 сентября 2020 года ты поставил, да? Именно 20 года. Ты уверен, то, что 20 года, а не 2020 года до нашей эры?
У нас в городе же никогда джунглевских деревьев таких высоченных не было. Машина сейчас горит, реально. Иди проверяй, работает ли там генератор или нет, и будем отсюда сваливать. Я надеюсь, то, что он сохранился, потому что ну, и больше и топлива у нас нет, и редстоуна тоже у нас очень много нет. А куда мы вообще попали-то, а? Я же сказал 22 сентября 2020-го. Мелкий! А это, походу, даже не 2020-й до нашей эры. Это, походу, 2-миллионный какой-то лет до нашей эры. Иди сюда, пописяка мелкая, которая в цифрах не разбирается. Я же тебе говорил, то, что школу прогуливать не надо. Ты какие там цифры в машине установил? Да, да, динозаврики! Иди с ними поиграйся, только смотри, чтоб тебе жопу они не откусили. Так, ладно, пока машина вообще в хлам здесь не сгорела от перегрева. Сейчас мы ее развернем и свалим отсюда к чертовой бабушке. Вот так. В машину давай засандаливайся, а хватит с ними там играть, мелкий! Мелкий быстро жопу в машину затащил, пока не поздно! Нам сваливать отсюда надо! Быстро сюда! Мелкий! Быстро жопу в машину запихнул и сваливаем отсюда! С этого мира юрского периода! Давай в машину! Я тебя ждать не буду! До свидания, короче! Я же тебе говорил то, что у тебя с математикой плохо! Мелкий, держись! Я опять машину подожгли случайно! Стоп! Стоп, 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 стоп! Притормози, шайтан, машина это! Вылезай! Вылезай давай из нее! Сейчас она реально рано или поздно взорвется к чертовой бабушке! Так. Где мы сейчас? Ну, наконец-то вы вернулись. Вас не было целой минуты. Какой нафиг минуты, хрыщ усатый? Да мы последние 3 серии по мирам прыгали. То туда, то сюда, то через 10 лет прыгнули. Нас же самих встретили. То мелкий, я тебе говорю, что школу не прогуливай. Мелкий перепутал 2020 и 20 миллионов до нашей эры. Мы с тираннозаврами сейчас бегали просто по этой же улице, только 20 миллионов лет назад. Я тебе говорю, после этой всей фигни я тебя в школу запишу. И в субботу в нее будешь ходить, и в воскресенье будешь ходить. Семидневка у тебя будет. Ладно, садись в машину, разворачивай ее полностью на исходную и сваливаем опять обратно, только на строй. 22 сентября этого года! Сейчас опять куда-то отправишься в 3099 год, там где уже пришельцы нашу планету захватят. А вы видели динозавров? Они, наверное, милые. Расскажите мне больше о них. Но мелкий с тремя пацаненками мелкими тоже играл, прыгал. До тех пор, пока я не увидел тираннозавра огромного, который за нами начал гнаться и чуть жопу нам не откусил. Ты будешь эту машину заводить или нет? Мелкий, быстро давай. Педаль в пол, первая передача, и заводи ключом. Только не говорит то, что бензин кончился. 3 канистры на 2 прыжка во времени! Да мы разоримся на бензине! Бензин же, в принципе, сейчас дорогой! И что нам сейчас делать? У нас же, профессор, у нас опять бензина не осталось. Нам надо отсюда как-то сваливать. В моем доме завалялись еще пару полных канистр с бензином. Можете их забрать. А вот это отличная идея. Мелкий, пошли в дом к нашему доктору всех наук. Заберем наш бензин и вернемся обратно. Вроде генератор отлично сохранился. И вроде как я вижу, все прекрасно работает. Видишь, мелкий, какой удачный прыжок во времени. Мы сейчас с тобой совершим. А вы были в будущем? Что там было? Расскажите. Да чё рассказывать тебе, доктор? Да ничего особенного.
Президент тот же самый, что и сейчас. Ничего не меняется даже спустя 10 лет. Себя встретили, с собой поговорили. Мелкий через 10 лет так и не умеет разговаривать. Я через 10 лет бородатый, как макака какая-то буду, как орангутанг. А так, в принципе, ничего нового. Ну, за исключением того, что весь наш город превратился в развалины и помойку. И, в принципе, все, доктор. Если бы мы в цифрах с тобой, мелкий, не путались, вот эти ложные прыжки во времени мы бы с тобой не совершали. Уже бы давным-давно бы исправили прошлое и вернулись бы в нормальное будущее. Давай, заходите внутрь. Нельзя путешествовать во времени слишком много. Иначе вы можете разорвать пространственно-временной континуум. И это может привести к смещению всех параллельных вселенных. Ой, да чё ты начал? Бубнишь там. Да ничего не произойдет, все нормально. Пару раз прыгнули туда, пару раз прыгнули обратно. Все нормально, давайте заходите внутрь быстро. Это еще что за фигня? Доктор, подними мелкого, он опять в обморок упал. Чё за... Походу, мелкий, мы с тобой все же реально во времени сломали, как я понимаю. Ну я же вам говорил! Да хватит бубнять, хрыщ усатый! Чем быстрее вернемся в прошлое, чем быстрее все наладим, чем быстрее исправим исход того, то, что маньяки не захватят наш город, тем быстрее мы перестанем путешествовать во времени. Так, мелкий, ищи вот это топливо, где оно может быть-то? Ты скажи, где ты спрятал вот это бензин 95-й за 48 рублей за 1 литр? Или сколько там сейчас бензин стоит здесь находится? Или вот здесь код какой-то нужен? Может, на балконе возле телескопа? А так вот здесь! Вот! 3 канистры и еще 2 канистры. Ну, где-то на 4-5 прыжков во времени нам, мелкие, это 100% хватит. Вам больше нельзя путешествовать, иначе вы сотрете всю временную линию, и мы все умрем. Да хватит, все, мы поняли, да. Один раз туда, один раз обратно, и все. Отдадим мы твою машину времени, не переживай, я тебе обещаю. Пошли, мелкий, пока он нам весь мозг уже не вы... Тебе говорил то, что рано или поздно они нас найдут! Так, профессор, иди сюда! Иди сюда! Там маньячелы эти пришли. Мы сейчас где-то спрячемся, пожалуй, не выдавай нас! Скажи то, что нас здесь нет! Мелкий, прячься вот сюда, за шкаф! Давай! Они уже тут! Они уже тут! Ты, хрыщ усатый, мелкого пацаненка и его батю здесь не видел? Я за последние 10 лет, кроме математики и физических расчетов, никого здесь не видел. А если мы здесь все обыщем и случайно их найдем? Можете вы все обыскать, но кроме науки вы здесь никого и ничего не найдете. Мелкий партизан, давай. Иди сюда, давай, быстро, давай, не спускайся. Стоишь ты на месте. Пошли. Вот сейчас бежим отсюда! У нас есть возможность все это предотвратить! Мы сейчас вернемся в прошлое, и этого не будет! Мы все исправим и спасем этого доктора!